Приветствую, ребята, на своем канале. Сегодня отвечу на вопрос и покажу. Интересовались ранее по поводу работы, на которой я работал машинистом автокрана. Был момент такой, да, в работе. Что я скажу о данной профессии? То есть люди интересуются, тяжело, не тяжело ли работать на... машинистом автокрана, автомобильного крана, да. Вот, проработал я 4 года по данной специальности крановщиком. Работа ответственна. В чем ответственность? Ты отвечаешь за людей, за грузы, которые ты перемещаешь. Грузы перемещаются, разгрузка, погрузка разного, то есть металла, техники, трубы разные, столбы устанавливали, опоры там, ну, тому подобное. Вот. Поэтому, будем так сказать, для меня, работал же я на автокране КРАЗ, КТА 32 на базе КРАЗа, да, вот, немного работа такая, постоянно в напряжении. Почему? Потому что ты должен еще и за технику отвечать, чтобы ее не перевернуть. То есть ты мало того, что следишь за ПЗК. ПЗК — это прибор защиты крана, который отвечает тоже за грузы. Там вам показываешь, ну, чтобы кран не перевернуть, сколько допустимо на определенном вылете, сколько можно поднять груз там, ну, то есть тому подобное. То хочу сказать... Ну, тут индивидуально, пока вы сами не попробуете, вы не поймете, да, вот, если вы слишком боитесь, высоты, там, ну, есть у людей страх, да, когда на работу устраиваешься, часто водителя проходят психофизиологичную экспертизу, вот, то, ну, чтобы понять, надо попробовать, вот так вот. Для меня работа неплохая, но ответственно и главное, быть внимательным. Внимательным, особенно когда вы стажировку проходите. Если что-то непонятно, тот, кто вас стажирует, все подробности, все мелочи. Как устанавливать правильно кран, как опускать стрелу, груз со стрелой, да, что груз должен от земли не быть там на 5 метров задранный, и тогда, ну, и когда вы пытаетесь опускать груз, например, подняли там 10 тонн на вылете, там, чи 5 тонн, например, на вылете там 14 метров, и вы понимаете, что вам надо груз немножко стрелой майнуть, ну, чуть-чуть, то сначала надо как можно ниже опустить груз к земле, а потом по чуть-чуть майнать грузом, чтобы не раскачивался груз, чтобы у вас кран, ну, не дай бог, не повело, и чтобы, здесь много нюансов, то есть я уже сильно в глубину зашел, слишком далеко, вот, поэтому вам более подробно, более лучше, может, лучше на стажировке, лучше один раз, с наставником практиковаться, чем 10 раз услышать. Вот для меня, например, больше усваивалась информация, когда я это делал своими руками. То есть я узнал информацию и под, наставника рядом, под его руководством я выполнял вот эту всю работу на автокране. Поэтому, ребята, так вот. Каждому свое. Кто-то на машине и на легковой боится и на дорогу выезжать, а кто-то может ездить и... на БелАЗах и на самолетах летают люди. Тут все индивидуально, индивидуально каждому. Так, надо кофеечка выпить. Кстати, кофеечка, что себя разбалакался, забылся. Американо обычно без молока, без сахара. Кстати, цена такая у нас 15 рублей. Это в новом месте я взял, бо сегодня ездил в магазин. В общем, точнее не в магазин, а на рынок. В магазине там не было то, что мне надо купить. Я этот, получается, на рынке был, на базаре. Всем хорошего дня. Остаются вопросы, ребята, пишите. Не стесняйтесь. Всем до новых встреч.